Тебя, Господи, освящай, за Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твои, исполнение церкви Твоя, сохрани, святи любящие, благодари Тебе, Дому Твоего, Ты тихот прослави, божественную Твою силою, и не устави нас, уповающих на Тебя, мир, мир, и Твою дару, церковь Твоим священникам, воинство всем людям Твоим, и всякое даяние блага, и всяк дар совершенствуешь, и я исполняю Тебя, Отца Светом, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Держава, верующий сердце, за тих непобедимый годился и си, погаемскую злобу не во что же министры разумив, не славы мирские, они же Бога слазы споя, но Богу и ближнему послужил еси, молись, святите водове, воинству нашему даровать и на враги одоление, отечеству во благочестии и непоколебиму прибыти, и Сыну во Вратищем спасти тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и на веки веков. Аминь. Отче, братише, российский служителю народа Божия, нищих и угнетенных свободителю, нечестивых наказателю, полезную нам проси Евелия милости, яко вспомогнет наш праведник и онове. Вот святому праведному воину Феодору, адмиралу флота российского, помолимся. Святый праведный воине Феодоре, моли Бога о нас. О преславный защитниче земли русские и веры православной усердной поборниче, непобедимый воине Феодоре, нехай благодарственные словеса, ниже изящное витийство давлеет, твое же прославите праведное дивное твое бытие, понеже из млада крепкую веру во Христа и любовь к Отечеству стяжав, благоплодное прозябение честных родителей явите еси, сего бы ради Божию дарки заменит, в стране своей в скорбные времена брани противы напременных показался еси, ибо праведным воеводам подражая не числом и умением токма, но паче веру и враги побеждал еси, силу богочестия истинного показуя, тем же любовью к тебе распаляеми, воспеваем многие добродетели твоя, велию любовь ко Господу и ближним, за не тех ради живот полагал еси, чистоту ангелоподобную, яко вся воздержанием удивил еси, нестяжание истинное, ибо благая красная мира сего презрел еси, ей предложение Феодоре, угодниче Божий, благоверный болярине царей православных, призрено убогое моление наше из греховного плена к Тебе возносимое, преклони на милость Господа нашего Иисуса Христа, да не воздаст по делам нашим, но обаче дарует грехов оставление, избавит от злых находящих наны, и подаст властям нашему народе усердное попечение, воинству, мужество на братьев, народу благочестие трезвенное, исподобит нас достигнуть безмятежного пристанища во Царстве Небеснем, и где же со всеми святыми прославлять и будем Всесвятое имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Твою память, Твою, Ты во мой
Господне благословено отныне и навека. Буди имя Господне благословено отныне и навека. Буди имя Господне благословено отныне и навека. Господне на вас, того благодати и человеколюбием, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыка, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, предстательством честных небесных сил бесплотных, святославных всехвальных апостолов, святого праведного воина Феодора, его же и память ныне совершаем, святого равноапостольного великого князя Владимира, ижего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого и всех святых, милует и спасет нас, яко благ и человека любит. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, со всей Его богоспасаемой паствою, Господину Преосвященнейшему Пантелеимону, епископу Орехову Зуевскому, Богу хранимей стране нашей, властям, воинству и народу ее, всему Священному Собору, настоятелю, братьям, прихожанам, создателям, благотворителям, благоукрасителям святого храма сего, всем поющим и труждающимся в нем, и всем православным христианам многое лето. Отцы, братья, сердечно всех поздравляю с нашим престольным праздником. Для нас большая радость. И, дорогой Владыка, сердечно вас благодарим. Уже третий раз в этом году вы посетили наш храм. И для нас каждый раз это большая радость. Ровно полгода назад, 14 апреля, мы возлагали камень в основании стен нашего храма. Тут уже храм примерно на экваторе находится, строительная работа за полгода. Примерно половина стен храм возведено. Благодарим Бога за это, конечно. Молимся, просим ваших святых молитв, дорогой Владыка. Для нас большая радость всегда помолиться с вами. Сегодня в евангельском чтении мы слышали удивительные слова Иоанна Богослова. То, что кто заповеди мои соблюдет, тот в любви пребывает. Всему этому мы хотим учиться. Удивительно, что праведный воин Федор Ушаков, непобедимый адмирал флота российского, вот, вместил в своей жизни и служение Отечеству. Он был воином, и он одновременно был кротким и смиренным христианином. И жил всю свою жизнь по заповедям Божьим. Вот. Очень мы хотим, чтобы по вашим молитвам, по молитвам всех священников, которые совершают служение в нашем храме, весь наш приход научился жить по заповедям Божьим. Сегодня Москва прощается со Спиридоном Тримифунским, святителем, к которому Федор Ушаков имеет прямое отношение. Он освобождал от Наполеона остров Корфу, на своих руках нес мощи Спиридона. Все наши прихожане побывали в мощи святителя Спиридона. А вам, дорогой Владыка, мы приготовили подарок в сегодняшний день. На память икону святителя Спиридона Тримифунского.